И если хочется осмотреться, ну вот есть такое желание, там дополнительные какие-то анализы, и не хочется ждать там 6 месяцев там, или 3 месяца, лучше идти к частнику здесь или лучше ехать в Россию и дешевле получать услуги там? Дешевле, естественно, там получать какие-то услуги, может быть, ну, быстрее, ну, не то, что может быть, а точно, как правило, быстрее. Но тут еще надо такой нюанс, в общем-то, так сказать, напомнить, что все, кто здесь живут, ездят, например, лечиться, обследоваться в Россию, там они это делают в частной медицине. Да. То есть там тоже частная медицина есть, и она тоже предоставляет ускоренный доступ к своим услугам. Равно как и здесь. Здесь частная медицина, она предоставляет ускоренные услуги. Да? В государственной клинике так не получится, как правило. Бывают, конечно, исключения, но чаще всего так не получится. Попробуйте в России, живя, вылечить зуб не у частного. Вот я, честно говоря, вот я тоже посмеялся. Можно, но будет, надо будет долго ждать. Поставят пломбу 100% какую-то, так сказать, ну, мягко говоря, не самого лучшего материала и так далее. То есть это куча тоже нюансов с государственной медициной, это все понятно. Но тут мы фактически сравниваем цены частной медицины в России и частной медицины в Финляндии. Вот и все. Они, конечно, там, так сказать, меньше, это само собой. По поводу качества, тоже, опять же, я тут со своей колокольни, например, вот МРТ, да, ну, самое частое обследование в моей практике, это МРТ. Тут лотерея. Когда иногда хорошие снимки смотришь, а иногда, да, они дешевле. Но я довольно часто прошу пациентов, что периодически консультируются, довольно часто прошу пациентов переделывать здесь, потому что не хватает качества. Не хватает тесел или чего не хватает? То есть чего не хватает вот в снимках? Не хватает, ну да нет, ну иногда, да, там, так сказать, именно связано что-то с самим агрегатом, самим аппаратом МРТ, а иногда не хватает того, что сохраняют на диске для, то есть ту информацию, которая именно визуальная информация, которая потом на диске передается, например, мне, вот когда уже люди приезжают из России с этими, с этими снимками сюда. Дело в том, что там, так сказать, пока еще во многом сохранилась та ситуация, когда, ну, например, неврологи, да, хотя, кстати, и здесь тоже, неврологи смотрят в первую очередь, ну, например, спину, заключение рентгенолога. Но мой опыт, опять же, субъективный опыт, говорит о том, что, в принципе, лучше всего смотреть именно, так сказать, снимки сами, которые мы вот умеем читать и так далее. Потому что мы рассматриваем снимки с позиции клинициста. То есть рентгенолог смотрит, как вот рентгенолог. Есть, так сказать, точка, он ее описывает. А мы смотрим, да, есть точка, и нам надо думать, что с ней делать. Так сказать, вот такого плана. И, потому что иногда бывает, что точка, она совершенно, так сказать, никак клинически не важна. И в ней нет никакого, так сказать, смысла ее даже обсуждать. Вот поэтому очень часто рентгенологи, так сказать, имея, я имею в виду в России, имея полный, вот, полную картинку, делают описание, а сохраняют уже на диск, например, там, или на флешку, там, как угодно, только вот выжимку какую-то. Ага. И поэтому, вот, например, просто недостаточно информации. Здесь такого нет. Здесь все-таки как бы они вот что вот сняли, то и как стандартизовано. Стандартизовано, лучше. Да. Лучше, лучше однозначно. Лучше. Там очень в России, по крайней мере в России, очень большой разброс. Причем самое интересное, что, например, по снимкам головы, вот головного мозга, чаще всего все очень хорошо. А вот по снимкам спины, это же чаще намного, так сказать, делается. Да. Вот там намного все, ну, вот, разнообразнее. То есть вариативность очень большая. Такой вопрос. Есть какие-нибудь рекомендации, например, в России? Какие-то места, откуда, ну, стандартно хорошо качество идет снимок? Абсолютно, так сказать, настолько это непредсказуемо, понятно, на мой взгляд. Понятно. Да, да. Потому что да, не по городам, там, не, не по каким-то конкретным центрам у меня вот такой разброс идет. То есть птица тройка. Да, да, то есть это может быть все что угодно, так сказать, откуда угодно и как угодно. У меня, в принципе, довольно много там через Skype, например, там через электронную почту обращаются люди, я консультирую, в принципе, вот, удаленно и смотрю, так сказать, снимки, это все можно. Там география от Камчатки там, до Казахстана и так далее.
какие только снимки не присылаются. Иногда там из небольшого какого-нибудь города, mm-hmm. да, провинциального, идеальные снимки. А вот, например, Питер здесь под боком, ну, иногда диву даешься, что в Питере такую, ну, как это помягче назвать. Есть какие-нибудь так, места, откуда это, в Питере так... лучше не получать снимки, чтобы антирекламу. Да, да, не буду. Не, окей. Максим, что тут? Город-то близко совсем. Границы скоро откроют. Дай бог. Максим, что-то. Нет, в данном случае у меня ничего, нечего сказать, прокомментировать ничего.